Вышли из-под прессинга, а сейчас фолят на Захарове. Даже руки не дали ему поднять. Будет сейчас Павел Захаров два штрафных броска выполнять. Андрей Матвей, у нас номер 8. И, в общем-то, здесь спорить не с чем. 4 минуты остается играть в третьей четверти. А, не два штрафных, фол не бросковый, прошу прощения. Мне казалось, Захаров-то уже, по идее,